Видео я рассказывала вам о прыжках в длину. Сегодня я расскажу вам о прыжках в высоту без опоры. Что вам нужно? Для начала вы ищете ветку, дерево, либо турник, только рядом, чтобы не было никаких предметов, обо что собака может пораниться. Ищите ветку, предположим, это ветка. Крепите на эту ветку трос с ухваткой. Ухватка лучше всего, потому что собака не соскальзывает, удобно держать в пасти. Такая универсальная вещь. Крепите на расстоянии поначалу метр от земли. Если собака не умеет прыгать и в полете ловить предметы, то метр от земли вам выше крыши. И пускайте собаку только с разбега. С места прыгать не даете. Если собака промахивается и не прыгает, вы собаку забираете и опять пускаете ее с разбега. Разбег берете где-то, может, метра 2-3. Посмотрите по собаке, если будет развивать хорошую скорость на 3 метрах и прыгать, не промахиваясь, то можете 3. Если будет промахиваться, то сокращайте дистанцию, прыжка. Когда собака научится прыгать этот метр, это где-то, наверное, недели через 2, только потом вы постепенно будете увеличивать высоту. Ваша цель не сразу задирать высоту, чтобы собака скакала и промахивалась. Ваша цель, чтобы собака научилась прыгать, группироваться в прыжке и точно ловить ухватку. Чтобы каждый прыжок у нее был не мимо, и она теряла силы, а именно поймав зубами ухватку. Поэтому недели 2 метр, там через 2 недели там 1 м 10, 1 м 20, 1 м 30. И с каждой высотой работайте минимум неделю. То есть не надо один день 1 м 20, следующий день 1 м 30, нет. Собака прыгнула 1 м 10, вот вы 1 м 10 прыгаете неделю. Собака прыгает 1 м 20, неделю прыгаете 1 м 20. И всегда с разбега. Это все. Спасибо большое за внимание.